Встретились вместе и представители предпринимательства региона, чтобы обсудить вопросы, волнующие бизнес-сообщество арктической зоны, государственную поддержку, последствия пандемии, создание новых форм сотрудничества и взаимодействия на Кольском полуострове. Туризм, госзакупки, частная медицина и женское предпринимательство. Представители разных бизнес-сообществ собрались вместе, чтобы обсудить насущные вопросы, поделиться знаниями и получить ценный опыт. В конференции предпринимателей Мурманской области приняли участие и члены правительства региона. У нас задумка была какая? Идея, да? О том, чтобы это была территория диалога бизнеса и власти. Собственно говоря, вот мы объединили усилия. Мы хотели показать предпринимателям, что действительно вместе мы силы. Очень большая площадка, которая наибольший к себе интерес вызвала, это развитие туризма в арктической зоне. Ну, потому что действительно туризм для нашей области – это драйвер развития экономики и, в частности, развития малого и среднего предпринимательства. Площадка государственно-частного партнерства. Без внимания не осталась и площадка женского предпринимательства. В Заполярье все больше северянок находят бизнес-жилку и становятся успешными хозяйками своего дела. Но пандемия внесла коррективы и в планы бизнес-вумен. Сейчас самая актуальная тема – это развитие предпринимательства после пандемии. То есть как нам быть, как нам работать, как взаимодействовать. Это семейный бизнес. Я буду как раз спикером по теме «Семейный бизнес». Я работаю уже более 20 лет вместе с мужем. Поделюсь своим опытом, как это. Восстановиться после пандемии предпринимателям помогает правительство региона, разрабатывая дополнительные меры поддержки. Мы видим, что правительство региона поддерживает и субсидирует, и гранты очень много есть, да, миллионные гранты у нас уделяются, губернаторские гранты, и проходят разные конкурсы. Ну, любая поддержка мы видим, и Общероссийский народный фронт очень видит, какое правительство огромное внимание уделяет нашим предпринимателям. Такая поддержка со стороны властей способствует созданию благоприятного предпринимательского климата в регионе.